слушать старые пластинки, Divine Comedy, Питера Габриэла и Стинга. Мир сошел с ума, надоело все, что там снаружи. Давай до утра старые пластинки слушать. Теперь все обсуждают смоки и хотят смоки, дождик из бумаги, о боги. Я прошу тебя раздеться, чтобы вдохновиться. Этот дождь. Так, всем привет. Сегодня у нас будет видео по приори. Наконец-то займемся нашей приори. Именно нашей. Она так вот поживает. Чувствует себя отлично. Но есть небольшие нюансы. Значит, не побороли мы биение, то есть когда тормозишь, появляется биение. Поменял тормозные диски, колодки, ничего не помогло. Плюсом у нас при трогании ощущается толчок. Я купил новые ромашки, так, и сайлентблоки передней растяжки. Сэви, хороший типа фирма, и ромашки сами. Поэтому сейчас будем снимать растяжки и менять сайлентблоки. Вот. Но я думаю, что еще, возможно, нижняя подушка двигателя виновата. Но там уже, как говорится, посмотрим. Также я хотел перебрать передние тормозные цилиндры, потому что есть такое подозрение, что, может быть, тормоза просто подклинивают немножко. Хоть там ржавчины нету, я заглядывал, но на всякий случай, как говорится. Так, правый, левый. Вот. Значит, ремкомплект стоит на тормозной цилиндр приоровский 300 рублей. Все в сборе, весь тормозной цилиндр стоит 700 рублей. Мне так в магазине сказали, типа, оно тебе надо вот этим заниматься, тут переборками, когда можно вот так все в сборе поменять. Все, я-то тоже подумал, что нахрен нам этот цирк. Меняем, короче, все в сборе сейчас. И поглядим. Может быть, реально подклинивает. Так что сейчас начинаю. Сниму колеса, чтобы рычаги отстегивать. Сниму колеса, да. И ну и все. И что, будем снимать защиту и погнали. Так, пока, значит, все стоит на месте, надо ослабить сейчас все гайки, чтобы потом было легче раскрутить. Поэтому сразу берем и ослабляем. Особенно в первую очередь вот здесь на растяжке.
Все, дальше все разбираем, снимаем рычаги вместе с растяжками. Так, вот, сняли рычаги. Здесь вот шайбы стоят, их надо не протереть. Их там и там, по-моему, по три. Тут сейчас понятно, надо на месте там все это дело выпрессовать. Ромашки тоже здесь сейчас достанем, не проблема. Проблемка немножко в другом. У нас шаровый пыльник с трещиной. Люфта вроде нет, но... Пыльник порван. Там, короче... Не знаю, то ли пыльник поменять, то ли шаровый, но вообще надо попадать как-то в магазин. А как мне попасть, если он у нас не близко, машина разобрана. Ну ладно, с этим будем тоже что-нибудь решать. А так, ромашки сейчас выколоте. Сейчас будем там прессовать, сейчас подберу оправки, потом покажу, что к чему. Так, вот у нас, значит, обойма старая от подшипника. Шпилька, гайка. Сейчас будем закручивать и выдавливать сайлент. Вот и все. Я не скажу, что он, конечно, совсем мертвый, но еще бы походил. Но раз уж полезли, меняем. Здесь все надо смазать мылом и таким же макаром, только уже обратно затягиваем новый. Так, ну разница между новыми и старыми, думаю, видна невооруженным взглядом. Надеюсь, что понт будет от замены. Так, у нас выглядит новое на месте. Сейчас подсветим. Вот так вот они выглядят. Все четенько встало. Так вот они. Угу. Все, меняем ромашки. Рожаем пыльник, рожаем вот эту подушку, потому что ей хана. Она такая вся. Что это там у нас такое? Заморгание. Так, ну короче, вот эта подушка тоже дохлая, сразу махнем. И меняем либо шару, либо пыльник. Пойду попью чаю, передохну. Продолжаем. Извлек ромашки, так называемые. Им-то, конечно, да, все, ханась. Сейчас здесь все почищу щеточкой на дрели. И зарядим новые. Вот как выглядят старые. Покажу вам новое. Как выглядит новое. Еще, я так понимаю, обойма осталась, блин. Сейчас будем все это сбивать, да. Надо еще обойму снять. Что-то я про обойму забыл. Они, короче, все развалилось отдельно. Так, значит, подкинуло все это дело. Поставил вот новые цилиндры передние тормозные.
Короче, вот эта вот фирма ООО «Автозапчасти». Мне кажется, это вообще восстановленные запчасти. Ну, короче, так себе качество прокачать вообще прям геморрой. Потому что одеваешь сюда шванчик, ослабляешь, течет, блядь, с резьбы везде, кроме шванчика. Короче, да уж, такое себе. О, посмотрим. Если что, блин, придется родные ставить. Вроде ничего нигде не течет, и ладно. Значит, кореш мне приехал, привез. Вот эту опору поменял. Так, потом шаровую поставил новую. Все, и на место все вот поставил. Теперь надо, что нам сделать? Сейчас надо поставить машину на колеса и все обжимать уже на... Ну, обжимаем все вот эти сайлентблоки в подвеске. Только когда машина стоит на колесах. Пружины полностью сжаты. И будет все готовенько. И будем мелочевку всякую еще доделать. Так, все, тачка на колесах. Все собрал. Достал вот лампочку, у меня там валялась в фаре. Сейчас поменяю еще лампочку в фонаре в стопе. Сгорела. И так как сегодня суббота, поставил коптиться горбушу. Вечером под пивко. Так, сейчас, значит, меняю лампочку, навожу порядок в гараже, все инструменты раскладываю. Ну и потом поедем, скажу, что поменялось вообще после замены. Ой, опоры, получается, и сайлентблоков растяжки. Итак, забыл концовочку записать. Значит, толчки пропали. То, что я говорю, что трогаешься, это толкается. Ну, это понятно, там подушка была, плюс эти все-таки сайлентблоки, наверное, надо было поменять. Вибрация при торможении осталась, поэтому пишем в комментариях, как вы думаете, из-за чего это. Повторю, тормозные диски, суппорта, тормозуха, все трубки тормозные, диски, колодки. Короче, все новое, вообще все новое. Едешь, все отлично, начинаешь тормозить, и вот начинается какое-то биение в педаль. Поэтому пишем в ваших догадках, обязательно подписываемся на канал. Ставим лайк, косики. И всем пока.